Приветствую вас. На самом деле нужно сначала определить, как вы относитесь к тому, что выводит вас из себя. То есть, понимаете, то, что выводит вас из себя, есть не что иное, как индикатор ваших собственных противоречий, индикатор ваших собственных проблем, индикатор ваших собственных переживаний, индикатор вашей, возможно, какой-либо неудовлетворенности чем-либо. Вот. И, соответственно, вот это нужно разобрать. То есть это вот такой действительно очень важный момент. Вот. Если мы хотим вам помочь, да, вот если мы хотим значит, разобрать. То есть, по сути, нужно просто найти причину, почему вас это раздражает. Нужно найти причину того, почему вас это напрягает. Вот. И, соответственно, тогда я полагаю, что проблема уйдет. Что предлагаете сделать вы? Вы предлагаете по факту. По факту. Вы предлагаете не решать проблемы свои. Вы предлагаете закрыть на них глаза. Вы предлагаете брать себя в руки, то есть зажимать те импульсы, которые у вас есть. Вы предлагаете, по сути, никак себя не раскрывать. Ну, я имею в виду, никак себя не раскрывать эмоционально. В контексте вот как раз того, что вас выводит из из состояния спокойствия, да? И по факту вы себя обрекаете таким образом на постоянное, с одной стороны, накопление негатива, потому что проблема не решается. И как результат, на постоянную борьбу самой с собой. Потому что вы будете постоянно тратить какие-то ресурсы, силы на то, чтобы не позволять своему там гневу, злости выражаться. Она будет копиться, и так это будет, по сути, замкнутый круг. Ничего хорошего, как вы сами понимаете, я надеюсь, из этого не выйдет. Эмоции лучше выражать эмоции лучше всего глубины, то есть эмоции, которые находятся у вас в глубине. Правило, эти эмоции связаны с определенными желаниями. То есть, по большому счету, вам интересно что делают и думают другие люди. По большому счету, вас интересует только то, чего хотите вы. То, что вам нужно, вот это вот вас интересует. Все, в принципе.
То есть больше вас, ну, ничего не интересует и ничего не волнует. Понятно, что вы можете думать или считать, к примеру, что значит, хотите, ну, какого-то спокойствия, да? А, понятно, что вы, наверное, думаете, что для вас важно, чтобы не было каких-то элементов, ну, что вас раздражают. Вот. Но, по факту все это только от вас зависит. По факту. Только от вас. Вот, в принципе. Вот, в принципе, то, что можно вам, наверное, сказать. То есть для того, чтобы проанализировать, для того, чтобы вы, ну, вам не хотелось, ну, себя сдерживать, нужно учиться адекватно выражать свои эмоции и чувства. И начать нужно с отношения к тому, что вас раздражает. Вот это самое, на мой взгляд, актуальное для вас. Это, соответственно, последовательная работа с вами. Это последовательная работа по поводу того, что это за чувства, какие чувства вы зажимаете, почему вы зажимаете и так далее. Спокойствие – это гармония. Это не какое-то пришедшее извне чувство. Это не какое-то взявшееся, да, ниоткуда. Это не какая-то взявшаяся из ниоткуда эмоция. Вот. Это идет изнутри. Вот. Ну и работать, соответственно, с этим нужно тоже именно изнутри. Вот, в принципе, так, я думаю, можно вам ответить. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.